Поехали. Отходи, отходи. Стоим, ребят, стоим. Сейчас нас трос потянет, мы стоим. Потом бежим. Работаем, мы тебя будем. Ну как так? Отлично! Взлет, слушайте, вообще классно! Боже! О! Даже на ней на аппарат будет. Ну да. Не падать, наоборот, наверх. Да. Подъезд! Ох, ощущение! Ох, ощущение! У-ху! У-ху-ху! Небо, здравствуй! Ого, тогда мы на километр договорились. Я когда тебя на километр меня просил затягивать? Хорошо, я тебе говорю, 500 метров на тяжку, как она вкалит. У-ху-ху. Все такое маленькое внизу. Ай. Да, сегодня высокие облака. Да, нормально, На 500 метрах нет облаков. 500 метров. Выше нельзя, к сожалению, можно было больше. Турбулентность есть еще, осенняя еще. Да, да, да. Но еще турбулентность сохраняется. Уху! Ну что-то как-то, слушайте, стрёмно вот так сидеть. Стрёмно вот так раскачиваться? Нет, сидеть. А, ну, так, на это, сидушка, ну, непривычно. Конечно. Там-то конечно, чисто на лямках, на конечно, обвязке. Тут кажется, как будто не а тут да, как, ну, блин, это, ёпта, что такое? Что творится? Есть такое дело. Я первый раз, когда летал, тоже думал, как будто не пристёгнут. Да, как будто вот это, сейчас шмяк и всё. Эй, ребята, вот она земля. Вот оно, вот. Да, на взлете адреналин есть. Особенно, когда дергает. Вообще классно. Блин, нет, слушай, здесь повороты, конечно, на сидушке, на жесткой. О, дают о себе знать. Это прям, ух ты, ух ты. Ю-ху! Обалдеть. Слушай, да, вот, блин. Это что? Полет, это не падение. Да, видишь, да, да. Видишь, когда попадать, а полетать это на параплане. Нет. Вот, смотрите, какие деревца. Вон кустарнички вообще. Вон. О, домишечки. Нет, чисто полетать тоже да, кайфово. Да, смотри, нарезать углы вообще. Да, да, да. Они докрутили бы еще. Небо, я тебя люблю! Народ! Они меня уже слышат! Супер! У одного прыжка такой взлета мало. Да. А вот нас встречают. Сам. Бам-бам-бам-бам-бам. Что-то меня там зацепило, за. Тихо, подожди. Дай мне чехол, а? Да.
пришлось доставать, видишь, что ли? Ох ты!